Ура! Это снова мы и снова флекс-чек. Який жарық, достар, флекс-чек. Төртінші ойынында жолығып отырмыз. И с нами сегодня снова очуменная Амината Айша. Ой, рахмет, және қызы-қызығар бір жанашым. Спасибо. Да, это четвертый уже день. Ой, много интересного уже было. Да. И это продолжается, дорогие друзья. И сегодня мы снова будем с интересными гостями и снова будем тестировать лучшие стороны Samsung Z Fold 4 и Z Flip 4. Я, достар, біз Flip 4-қа остамай ақ селфи түсіруді Fold 4-тағы мультикастингтен Fold 4-қа қарағында сурет түсіру мүмкіндігін сынап көрдік. Ал енді, Біржан, бүгін нені сынаймыз? Қалай ойлайсың? Ну, я предполагаю, что все-таки Fold 4. Алдын ала тапсырыс туралы тағы да естеріңізге сала кетейік. Жеті эфиріміз кезінде Galaxy Flip 4 немесе Fold 4 смартфона тапсырыс берген әр адам ресми сыйлықтарымыз Galaxy Watch 4 және бір жылдық Samsung Care экран қорғанысына ие болады. Оған қоса ол адамдар тағы бір сыйлық Samsung.kz интернет дүкенінде келесі сауда жасауға 50 000 теңге жеңілдік беретін промокод ойналатын олыс ойынына қатысады. Друзья, если вы закажете смартфон Galaxy Flip 4 или Fold 4 во время наших 7 эфиров, то помимо подарков Galaxy Watch 4 и годовой защиты экрана Samsung Care, автоматически участвуете в розыгрыше промокода 50 тысяч тенге на следующую покупку в интернет-магазине samsung.kz. Ссылка на страничку для предзаказа в описании к этому эфиру. Да, друзья, еще есть возможность вот прямо сейчас выиграть еще один крутой подарок. Ничего особенного делать не надо, просто очень внимательно посмотреть этот эфир. Вы периодически на своих экранах будете видеть разные цифры, разные символы. Собираем их всех в один код, который состоит из трех частей. Пишем быстренько все, что получилось в комментариях, и все. Вы уже новый обладатель Samsung А51. Самый первый, тот, кто напишет в комментариях, какой код у вас получился, да, соответственно, этот человек выигрывает Samsung А51. Ну что ж, а вообще все наши гости — это твои друзья, Бржан, да? Как получается, это не я так никого построил, не знаю, да. Я не знаю. Ну что же, даю тебе еще раз возможность представить следующую нашу гостью. Так получилось, что это тоже мой кент, кентишка, не знаю. Ну мы кентуха. Не так, кентуха, да, мы не так с ней, не очень звучит, естественно. Кентуха, окей. Мы не так давно с ней знакомы, но в Инстаграме у меня с ней очень схоже чувство юмора, потому что когда она репостит какие-то мемасы к себе, меня это вся, прям всегда разрывает. Потому что, да, у нее очень классный вкус на шутки. То есть это тоже нужно уметь, знаешь, понимать, над чем ты смеешься. То есть есть люди, которые над пальцем смеются, а есть, которые вот прям над чем-то, может, немножечко потемнее, конечно, шутка. Вот они над этим смеются, а я такой же. То есть у нее такой умный юмор, я бы не сказал, что умный, ну просто смешной. Не обязательно должно быть умным, но смешно. Да, и давайте не будем долго затягивать и позовем в нашу студию Малика Хо-Хо. Добро как пожаловать, привет, отлично выглядишь. А вы какие красивые. Спасибо, очень рада вас увидеть. Малика, спасибо. Я хотела сказать Малика XOXO, а Бржан говорит Малика Хо-Хо. Так, XOXO или Хо-Хо-Хо-Хо? Ой, как вам больше нравится, знаете? Изначально как задумывалась? Вообще XOXO. И между прочим, этот ник у меня еще с 5 класса. 40 миллионов лет назад. До трека ее бокал полный XO, да? Да. Я, хорошо, вы Малика. Отлично выглядите, офигенно красиво. Спасибо. Ты тоже. Впрочем, лиловый цвет — это мой самый любимый. Ой, и вы серьезно? Знали, куда меня звать. Ну, тогда вот этот вот Samsung Flip 4 тоже, наверное, очень станет красиво. Твоим любимчиком. Скажи, пожалуйста, что вообще тебе нравится из всех функций? Из тех функций, мне кажется, ну, кроме самое камеры. Удобное, я знаю о том, что есть ночная съемка. Да. Да? И она действительно крутая. Мы вот буквально вчера протестировали ее. Реально. Это просто бомбический. Еще знаете, все-таки нас тянет, наверное, назад в детство, когда у нас телефончики вот так вот открывались. Уже третий год. Да? Да вы чего? Ничего страшного, это правда, это классно. Это классно. Это офигенно, какой фурор ты производишь. И в руке очень лаконично смотрится. Заметила, вот тренды вообще все циклично, да? И в музыке, и в кино. Да.
и в гаджетах, да. То, что все циклично. Теперь мы вернулись снова к этому классному тренду, да, то, что следующий Samsung будет с кнопочками. Наверное, телефон будет с кнопками. Да, скажи, пожалуйста, что вообще для тебя самое главное в телефоне? Мне кажется, многофункциональность. Так. Что тебе нравится вот сразу одновременно делать какие-то задачи, да, несколько? Это да, и сейчас, в этом времени, телефон — это что? Это продолжение твоей руки. Это все. Это все. Да. У меня вся информация, вся моя жизнь в телефоне. Ага. И так что, мне кажется, Samsung постарался над этим. Смотрите, какая красота. Мы, да, кстати, первый гость у нас был Шако. Ага. С ним как раз-таки мы играли в игру на мультизадачность. Ага. Я не буду в двух словах объясню. Ага. То есть они одновременно делали три действия. То есть на Galaxy Fold 4, ага, получается, открывается три окна, и это очень круто, очень удобно. Ты можешь смотреть фильм, рисовать какую-то картину, да, и что-то читать, к примеру. Ага. То есть, и это очень-очень удобно. Да. Скажи, пожалуйста, что чаще всего ты делаешь в своем телефоне? Я, наверное, сижу в Инстаграме. Просто ну, либо просто я работаю. Либо там обрабатываешь Инстаграм. Мимасы ищу. А, и что я вас там подслушала? Между прочим, так, хороший юмор – это залог стойкого ума. Короче, я круто шучу, значит, ты я очень умная. Молодец, правильно. А где ты научила шутить? Это же тоже учится? Вообще, как да. Мне это, во-первых, жизнь. Во-вторых, я... Это вообще стыдно говорить о таком, но где-то с 4 класса я смотрю всякие мультики 18+, где есть черный юмор. Типа South Park. Обожаю. Обожаю. Ну, ты понимаешь, мы издалека видим друг друга. И все это как бы впитывалось у меня с молоком матери. И вот такой вот юмор. Насчет вот, кстати, матери, ты когда их снимаешь, я просто, я всегда, ну, до этого говорю, что для меня Малика, она, ну, топовый блогер, потому что она, ну, во-первых, свежее лицо на нашем рынке. Но я это тебе тоже говорил, о, да, это не обман, как бы, то, что я... Мне всегда смешно то, что ей смешно, то, что она снимает... И она часто снимает родителей, то есть мама с папой куда-то выходят, просто там вместе под ручку идут, маленькая снимает, вы же мои сладкие, а родители, они же не знают, как реагировать, просто идут молча. Папа вообще деревом прикидывается, стоит, убери камеру. Они у тебя не любят, да, когда ты... Мама, она делает вид, что она не любит, но она чуть подыгрывает. И тут сам прикол, у меня же есть старший брат, а он ее любимчик. Она ему ничего не говорит, перестань снимать. Я только камеру достаю, и все, она перестает играть, я такая думаю. И вот здесь вот я чувствую разницу в любви к ней. Ой, к нему. То есть брат у тебя тоже, да, любит очень много времени проводит. Там брат тоже поболтать любит. Да, он интервью берет. Да, он тоже, у них знаменитое есть шоу на YouTube, они зовут гостей. И просто сплетничать начинают, короче. Я тоже к ним пришел, там насплетничали на 2 часа, наверное, да? Скажи, пожалуйста, если я задам тебе вопрос, сколько часов в день ты проводишь в телефоне, сможешь ответить? Примерно, я бы, наверное, сказала 11. 11 часов? Да. Вы чего, как? Нифига себе. Не, ну у меня, я тоже много. В последнее время у меня ТикТок именно много времени занимает, потому что оттуда очень сложно оторваться. Да? Очень да. сложно. Там же еще со временем алгоритм к тебе идеальный подбирается, того, что ты любишь, да? И вот прям тяжело оторваться. А вот эти истории какие. Истории. Как-то раз я пошел в бар, и я такая думаю, блин, надо слушать это все. Да. Скажи, чем ты сейчас занята? Есть ли какие-то творческие проекты? Я разговариваю, как в целом. Есть. Либо, возможно, планы вот на ближайшее. Планы и реализации. Вот я сейчас на пути в том, чтобы полностью там принять себя, полюбить изначально. И самое главное, моя задача, это, наверное, как я поняла, мое призвание, наверное, в жизни, это, наверное, делиться своим опытом с людьми, может быть, кого-то там мотивировать и помогать. Ты очень много кого мотивируешь. Я уверен в этом, потому что мне тоже интересно. Да. И люди ко мне на улице подходят, там, парни какие-то. Ну, не только обнимают. Нет, но они мне говорят о том, что, типа, блин, смотря на вас, моя подруга на 40 килограмм похудела, там, моя сестра, и вот так. Можно сказать, что смартфон вообще сыграл в твою жизнь такую, скажем так, ключевую роль на момент принятия себя? То есть ты это все фиксируешь, ты это все выкладываешь, получаешь обратную связь, тебя это мотивирует, и ты дальше это продолжаешь. Это очень мотивирует. И знаете, я благодарю социальным сетям, телефонам, в плане того, что с детства там было напичкано
очень большими комплексами, то, что меня даже свой голос раздражал, как я выгляжу в камере. И я просто переступала через себя, начинала снимать, и какой-то был отклик. Я уже поняла, ну типа, ну а что я сделаю? Угу. Что? Ну вот я так выгляжу. Да. Угу. И на самом-то деле смартфон, он помог мне побороть некоторые свои комплексы. Угу. Так, скажи, пожалуйста, возвращаемся к нашим Самсунгам. Какой из них тебе больше нравится? Кажется, ты говорила вот этот. Вон тот цвет мой. А, мы бы хотели подарить тебе либо Flip 4, ага. либо Fold 4. Mm-hmm. Какой бы ты выбрала все-таки? Ну, если честно, я Fold выбрала. А ты же говорила, что тебе нравится лягушка. Я щупала третий. У моего друга Flip 3, и он влюблен в этот телефон у Арсения. И он просто фанат Самсунга. Я смотрю, и он еще работает, он видеограф, и это прям... Да, это капец. Как профессионалу это, в принципе, очень удобно, да, ему? Ну, красиво, посмотрите, какой большой. Я, кстати, вообще заметил, что те, у кого Самсунги, они не просто, как сказать, владельцы смартфона, они прям фанаты Самсунга, да? Вот они прям тебе несколько часов описывают функции, зато здесь вот это, вот это, вот это есть. Малика, смотри, у нас... со всеми гостями есть игры, которые нам выбирает рандомайзер. Игры у кого-то жесткие, у кого-то не такие жесткие, у кого-то получше, у кого-то похуже, но мы на это никак не влияем. Это все выбирается рандомно, поэтому мы приглашаем тебя в центр, и сейчас мы начнем с тобой играть. Мне кажется, что-то вы задумали, конечно. Нет, вообще мы ничего не задумали. Это все будет абсолютно случайно. Попросим нашего рандомайзера выбрать игру для Малики. Как ты думаешь, есть представление, что будет? У меня вообще... я вообще не знаю, что я могу ожидать от этого. Сейчас будет известно. Пашчимотанасана. Это что это? Это что-то есть надо? Пашчимотанасана. Что это такое? Ну, это, знаешь, ты йогой занималась когда-нибудь? Нет. Нет? Нет, никогда. Я знаете, что я вдохновляюсь людьми, которые занимаются йогой? Ага. Потому что я дерево. Но когда-то у меня подкрадывалась мысля о том, что, может быть, заняться йогой, но потом я на другой бок переворачивалась, такая, нет, не для меня. Угу. Хорошо. Я один раз пришел на йогу и уснул, короче, вот. Когда медитировать начали, да, и это вот весь мой опыт. Но Пашчимоттанасана мы знаем, что это связано с йогой. Это поза в йоге, которая буквально выглядит как наклон к прямым ногам сидя. Я, короче, поняла, вы сейчас будете смеяться, я буду позориться. Если вы готовы к этому, ну, видишь, игра так была подобрана. То есть это не было так вот, что вот давайте над Маликой, ха-ха-ха. Я вас предупреждаю, что вы будете смеяться над Маликой хо-хо, да по-ха-ха. Вообще клоун там пугал, поэтому, мне кажется, это ничего страшного. Ну что, я думаю, можно... Я думаю, можно начинать. Кто его знает, вдруг тебе понравится, и ты уже начнешь без нас уже каждый день заниматься йогой. Вот мы это посмотрим сейчас. Давайте под ваши бурные аплодисменты проводите меня. Да. Друзья, а пока мы начнем нашу игру, быстренько напомню о том, что у вас есть возможность выиграть Samsung A51. Что необходимо сделать, это собрать все цифры, все символы, которые вы периодически видите на своих экранах, в единый код, который состоит из трех частей, быстренько нам написать, мы это все видим, и вы все уже новый обладатель нового Samsung. Не забывайте про это. Итак, дорогие друзья, место готово. Малика готова. С нами у нас замечательная помощница Лаура. Она у нас инструктор по йоге. Малика, такой вопрос. Ты знаешь вообще главную фишку и флипа, и фолда четвертых? И главную фишку? То, что сгинается. То есть они какие? Flexible, такие подвижные. Да-да-да, а ты типа за рубежом училась, такая. Забыла, как на русском, да? Смартфоны, Fold и Flip, они гибкие. Да. Соответственно, сейчас правило Амината вам объяснить, что вы должны будете конкретно сделать. Ну, коротко и ясно, мы будем проверять, насколько гибкая ты. Ну, я же не телефон! Ну и что? Тем более. Смотри, мы, значит, с Биржаном будем собирать разные асаны с помощью наших... Flip 4 и Fold 4, тебе необходимо будет это повторить. Да, давайте угадаем, кто из нас флип, а кто фолд будет. Мне кажется, здесь наглядно видно.
понятно, кто из кто. Не из-за этого построили, тут смартфоны такие. Хорошо, да. Хорошо. Так, с чего начнем, Боржа? Да, я думаю, с у простейших. Нас да. Простейших? А, так. Здесь Малика, получается, здесь. Итак, Малика Лаура, повторяю вот это вот самое первое, самое простая. Это телефон сидит? Это телефон сидит, да. Получается, ваша верхняя часть, вот, изи. Это ваши... Ну ладно, let's go. Да. Начинаем с легкого. Первая у нас Асана. Поза неправильно, да, говорить? Да, все, выполнили. Молодцы. Выполнили. А ты говорила сложно, да. Переживала. Благодарю. Намасте, да, намасте. Да. Так, идем дальше. Я предлагаю усложнить немного. Ну, немножко. Слишком легко, да. Они просто сели и все, да. Так, что сделаем? Ну вот, у нас есть вот такая вот. Так, подожди, я вот, знаешь... А, давай вот так вот вдвоем. Вот, да? Вот так вот, да? Ага. Вот так. Это Лаура, это... Да. Вот вот так. Смешная такая. Малика. А как мы должны? Ну, вот. Пытайтесь. Вот, руки, ноги, получается. Да? Да. Ага. Опа! Вот это что видели? Опа, хорошо. А ты говорила сложно. Ничего сложного. Вот видишь, уже два задания выполнил. Так, хорошо. Теперь так, я предлагаю что-нибудь как-то здесь поинтереснее сделать, да? Да, что-нибудь прям сложнее. Вот так вот предлагаю. Давай вот на ребро вот так поставим. Ага. О. Получается, смотрите, вот эта часть, это нога, это ноги, и вот это твои ноги, Лаура. Получается, ага. То есть ваши ножки, они вот так вот, они вот такой так треугольник вот друг другу должны треугольник сделать. И вы держитесь за руки. Как? Тебе сейчас Лаура объяснит все. Ага. Садись. Так, садись. Ага. Давай. Малика, у тебя отлично все получается. Давай. Да. Ты давай мне здесь ноги не закидывай. Давай. Раз, два. Yes, получилось. Молодец. Так. Три выполнено уже. Итак, дальше уже посложнее, я предлагаю вот так. Еще сложнее? Возможно, это не сложно, кто знает. Ну да, поймите, неплохая идея. Как это объяснить? В общем, вы наклоняетесь и обнимаете свои ноги, да? Да, нас тренер по карате в детстве вот так вот заставлял делать. Сейчас я так не смогу сделать. Оп, аплодисменты. Нифига себе, я... Нормально на все этом этапе уже было, да. Нет. И вот это самое главное упражнение. Пашчимоттанасана, да? Пашчимоттанасана. Когда ты наклоняешься и, скажем так, тянешься к ногам. Ага. Давайте вот это попробуем. Вот так. Здрасте. То есть мы садимся и наклоняемся к ногам. Пашчимоттанасана, собственно. Да, вот же она, ага. Да, давай. Нет, Лаура, давай. Покажите. Ты наклоняйся. Давай. Вывози. О, вот. Хорошо. Хорошо. Ну, все, окей, инструктор здесь справился. Ну, и я думаю, на финалочку, да, вот есть такая идея, короче, вот. Я боюсь, да, то, что обожаться сейчас. Нет. Подожди. Я уже примерно понимаю, что ты хочешь. Я не буду никому ноги сверху ставить, если ты об этом. Нет, не ты. Тебе. Вот так. Это что мне надо сделать? Это надо Лауре, короче. Так, подожди. А, нет, по идее, Малика же. Да. Ты следишь, что ты это Fold 4, да, по идее? Да. Вот так. Мы должны сделать. И такой, давай. Скажем так, некий квадрат должен из вас образоваться. Угу. По идее, Малика, для тебя изи задача, ты должна ноги держать. А вот Лауре надо будет немножко попадать, но она же... Ты ноги поставишь же, мне кажется, для нее это изи. Вот так? Давай. Ага. Аплодисменты, готовьте свои. Угол обзора открывается. Интересно. Ой, господи. Раз, два, три. Молодцы. Хорошо. Мне кажется, чуть халтурили, если честно. Ну, такой не кривой квадрат, да? Не квадрат, а треугольник какой-то был. А вы давайте вы сами сюда встаньте. Давайте. А мы не играем в такие игры. Мы тут две идущие, да? Да. Ну, справились? Ну, хорошо, ладно, если вы с этим справились, то я думаю, они, в принципе, это был не последний. Да, мы пошутили. Это не ластовое еще. Есть еще одна, короче, идея. Что сделаем? Так, давай... Смотри, вот Малика получается. Так. Пол 4. Ага. Вот так встает. Ага. И Лаура у нас девчонка гибкая, да. Вот так вот Лаура, да. О! Да. То есть она свои ноги на твою пятую точку, получается, опускает. Давай. Можем. Мне кажется, изи. Да. Давай. Можем? Ты хочешь, чтобы я лицом туда или лицом сюда? О, господи. Так. Ну. Лаура, давайте. О! Вау!
Круто. Это супер, это супер, да. Что еще мы не придумали? Да, кажется, все, ребят. Так. Ну и, наверное, самое легкое. Ладно, наконец-то. Изи, реально изи, да. Просто вот. Просто вот так? Просто. Просто вот так. Господи, я готова ли в этой позе быть 24 на 7? Это тоже поза йоги, на самом деле. Я вот, собственно, и отрубился. После этого я на йогу не ходил. Ну давайте, что? Просто, да. А руки как? Руки вот вдоль тела. Вдоль тела. Ой, мне тоже так хочется. Да, по идее, мне тоже так захотелось. Аплодисменты. Молодцы, девочки. Малика, зря ты капризничала, все было отлично. Ты супер гибкая. Это вы мне столько жути нагнали. Да, мы тебя вообще жути не нагоняли, мы вообще не знали, что тебе попадется. Итак, сидя там, скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь гибкость наших телефонов? Ну, во-первых, он гибче, чем я. 100 раз. Так. Офигенные у него функции, он офигенно гнется, делает все, что ты захочешь. Я-то этого не сделаю точно, чтобы заходить на телефон. Сможет. Ну, на самом деле, пока тебя не было, мы уже проверяли на гибкость, да, а точнее, мы делали фотографию. То есть, сидя там, мы можем сделать селфи. Да ты чё? Да. То, и, знаешь, нажимать ничего не надо. Просто говоришь слово «снять», и уже есть потрясающий кадр. Да. А мы можем это проверить сейчас? А? Мы сейчас можем это проверить? Конечно, можем это хочешь проверить. Хочешь, да, конечно. Раз ты не веришь. Ну, давайте сфоткаемся тогда. Давайте. Смотри, мы сейчас ставим на тумбу, ты сама садишься, мы молчим, руки наши здесь. Ну вы с нами. Ты говоришь. Сами. Давайте все вместе, да. Да. О, отлично. Я просто говорю слово это. Да? Ты должна говорить это слово. Слово на букву «С». Да, слово на букву «С», либо рукой махнуть. Давайте. Так. Опа. Снять. Подожди, я еще не снял. Есть, давайте еще один. Давайте еще один раз. Снять. Супер! Покладите телефон, слушайте меня с первого раза. Ну что ж, Лаура, Малика, спасибо вам большое, то, что продемонстрировали нам действительно очень классные асаны из йоги, то, что мы с вами еще раз проверили гибкость наших телефонов. Дорогие телезрители, я напоминаю, что если вы хотите сделать предзаказ, то ссылка под этим видео. После предзаказа Flip 4 и Fold 4 вы автоматически получаете Watch 4, Galaxy Watch 4, еще и от Samsung Care получаете защиту, годовую защиту для вашего экрана. Ну и на этом подарки тоже не заканчиваются. Вы автоматически участвуете в розыгрыше 50 тысяч тенге, которые позже можно будет потратить в интернет-магазине samsung.kz. Да, и ссылка на вот этот предзаказ, она будет, собственно, под данным эфиром. Ну что ж, дорогие телезрители, напоминаем, что есть еще один конкурс, в котором тоже можно поучаствовать, выиграть смартфон, он намного быстрее, как только вы отгадываете слово, которое выходит в течение всего эфира, точнее код, пишите его в комментариях, тут же получаете новый Samsung A51, поэтому призываем вас внимательно всегда следить за нашими эфирами. Ну что ж, сегодняшний эфир, он подошел к концу. Да. Увидимся с вами завтра в этом же месте, в это же время, в 20:00. Всем пока, хорошего вечера. Саубл, мы с Кисичкинчи. Пока. Пока.